Салют всем, на связи Савченков Иван, также известный как Дон Хуан, это школа «Сам себе битмейкер», и я приветствую вас в очередном бесплатном уроке. Сегодня я расскажу вам, как сделать квантайз в Piano Roll. Кто не знает, что такое квантайз, это когда вы записываете какой-то инструмент вручную, но записываете криво, и как раз квантайз его помогает нам выровнять, чтобы не тратить на это время. Будем сегодня записывать бит. Звуки я подготовил. Что нам требуется для записи? Метроном, чтобы более лучше попадать в такт. Далее вот эта кнопка позволяет нам записывать поверх уже записанного. Что нам как раз потребуется, чтобы записывать по отдельности каждой звуки. И запись на луп надо поставить. Далее. Паттерн я увеличил до 2 тактов, чтобы было разнообразнее. Ну и все, в принципе, открываем Piano Roll. Нажимаем клавишу R горячую для записи, play. И начнем с хай-хетов. Слышим, что записалось кривовато, да и видим, поэтому, чтобы это все выровнять, нажимаем Alt-Q. Вот здесь я выбрал 16 MPC 2, ну, то есть, когда по умолчанию открывается вот эта папка, Snap, я из нее вышел и тут поискал пресеты, которые бы мне подошли, и нашел 16 MPC 2. Здесь была громкость на полную, я сделал ее в 0. Accept, и все. То есть, ну, видно, что тут одна не выровнялась, но ее можно выровнять вручную. Отлично. Далее. Метроном можно выключить. И записываем рабочий. Не останавливая вас при изведении, выравниваем. Здесь одно не выровнялось, но это не страшно. Можно выровнять вручную и дальше запишем вот эту тарелку. Опять же, не останавливая, нажимаем R. Отлично, теперь далее можно не останавливать запись, нажимаем R. И запишем клэп. Выровняем. И можно вот этот снейр еще записать теперь. И осталась бочка. И для того, чтобы немного сдвинуть бочку для больше сделать, чтобы свинг, можно ее вручную, в принципе, сдвинуть. И вот. Ничего сложного. Иногда, конечно, приходится подправлять что-то руками, потому что машина не все может править так, как нужно именно нам. Но что ж поделаешь. Все равно облегчает жизнь, облегчает задачу. Итак, повторим Alt-Q. Здесь, ну, именно для меня подошел именно вот этот пресет 16 MPC 2. Вы можете поклацать другие какие-то, вам может быть понравится что-то другое. Вот такая нехитрая штука, но очень даже помогает, когда нужно.
Надеюсь, урок был полезным. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы хотите научиться круто сводить свои минуса, свои биты, то смотрите мой новый видеокурс «Сам себе битмейкер 2.0. Золотые приемы сведения и мастеринга». Все подробности вы можете прочесть, перейдя по ссылке, которую видите на экране, и по ссылке, которую вы видите под экраном, вернее, под этим видео в описании. С вами был Савченков Иван, также известный как Дон Хуан. Всем крутых битов, крутых звуков, крутого качества. Короче, всем peace.